Всем привет, с вами Саня, мы с Сами Ключами, и сегодня мы разберемся, как можно применить вот такую вот испорченную уже рулетку, то есть внутренний механизм сломался, и она и все, внутрь она уже не заходит. Как ее можно применить? Ну, естественно, можно отрезать самое начало и использовать ее как просто линейку. Но у вас уже еще остается примерно 3 метра. Вот такой жесть. Как ее можно применить? Нарезаем ее прям ножницами по металлу. Резать удобно ровно столько, сколько вам нужно. Допустим, вот по 5 сантиметров. Ну и теперь вот эти отрезочки сейчас как-нибудь применим. Вперед. Допустим, нам надо закрепить кусок шланга. Берем наш хомут. Загнули. Берем небольшой гвоздик. Кроме того, можно также закрепить, допустим, кусок провода. Ну или то же самое можно сделать и с обычным куском гофры. Металл тонкий, пробивается гвоздиками легко. Вот и все. Вот так вот можно приспособить кусок рулетки, который вам уже в принципе не нужен. Все, кому понравилось такое видео, ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Где-нибудь здесь новое видео, вот здесь старое видео, а вот тут подписочка. Все, всем пока, удачи, два туза в раздаче. Всем пока.